Ребятки, всем привет, с вами Александр, легенда Дедеканомании. Да, мы все вместе с вами долго ждали, то есть вы меня ждали, я тоже ждал, пока у меня появится возможность записать эту серийку. И сегодня мы будем прокачивать, ну, не так давно полученного легендарного монстрика водяной, то есть вот такая вот у нас лягушанция. Ничем особенным он, конечно, не выделяется, но он довольно забавный. Довольно забавный. Ух ты. И он вот это, с помощью вот этой бутылочки, которая у него сзади, он атакует. Так, сейчас у нас идет вот лабиринт. Так, стоять. Куда-то я не туда класснул. Нет, туда класснул. Еще 10, больше 10 дней будет идти этот лабиринт. Вы открыли новое чудище. А, это у нас типа... читерская дорога появилась нашим монстрам. Ну, в общем-то, ладно. Как называется лабиринт рыцарей и замков? Так, что меня здесь интересует? Там мне ничего интересного такого. Ну, Панзус у меня нету. Вот этот свирепый такой легендарный монстр. Файмелина у меня есть. Ферины нету. Ну, Кьюиксат, или как-то его прочитать, у меня его, мы его и так никак не получим. Гриди Драгон у меня есть, он прокачан, ну, как бы... Можно, ну, пошагать, но что-то не знаю. Ладно, мы возвращаемся к нашим делам. Так, идем на монстр Вики, и давайте будем читать. Легендарный монстрик у нас водяной, ну, естественно, вода, слаб против энергии. Что? Сила 3200, ну, так себе. Скорость хорошая, жизнь нормальна. Идем дальше. Суперка 10%. Кстати, да, нам надо зайти, что там про суперку мы не прочитали про его. Зайдем сейчас еще про него прочитаем. В библиарии. В монстратиарии. Монстралибрариуме. Ну, неважно, короче. Давайте будем читать. Так. Какой-то там Айпобок Хант. Чья-то там охота, короче, одинарный удар 35 с контузией, suicide discussion, в общем-то, суицидальная, то есть самоубийственный разговор, ну, дискуссия. 30 с параличом, так, Ладос Premonition какой-то удар, так, магический, а что значит, deals moderate magic damage, какой magic, это легендарный, специальный, то есть не magic. И дает иммунитет к параличу. Ну, пока что ничего интересного. Вторая группа. Тут в основном водяные удары. Так. Какой-то там у нас курс. Вот, с одержимостью 40. Хорошо. На себя накладывает что? Все снимают негативные эффекты. Добавляет стамину. Стамину. Так, стамину регенерейшн, восстановление. И то и все. Такое себе. Одинарный удар с регенерацией на себя, то есть интересно. А нет, регенерация всей команде, то есть стоит брать. Ну вот эти два удара пока что мне нравятся. Так, сила Перуна. Перун — это бог огня, по-моему, если я не ошибаюсь. Перун — древний бог. Так, 50% с damage бустом тоже стоит взять. Так, защита Мары. Сильный удар, опять же, magic, не magic, а специальный. И иммунитет к одержимости. Ну, такое себе. И просто сильный удар, да, водяной. И снимать все негативные эффекты с команды. То есть, ну так вот интересно. Ну вот, мне больше регенерация. Ну там был удар сейчас параличом. Давайте посмотрим, что нам тут рекомендуют. Он у нас, в общем-то, скоростной монстр. Руны все на скорость ему рекомендуется. Так. А, у него тут два варианта, да, может быть. Так, хорошо. Проклятие Велеса. Одержимость. Сила Перуна. Усиление урона союзника. А, ну союзникам тогда стоит брать. Третий удар. Дело Паревита. То есть такие-то божественные имена. Снимает отрицательные эффекты с союзников. Сила 55. Дальше. Защита Мары. Иммунитет к одержимости союзникам. Но я не буду брать. Я буду брать благословение Зари. Так, так. А где мне бы сейчас, ребятки, взять ручку?
А вот, вижу ручку. Нужно как-то эти удары набросать, чтобы я их не забыл. Так, проклятие Велеса, сила Перуна, дело Паревита, как витаминки Аевит какой-то там. И, так, благословение Зари. То есть мне больше регенерация нравится. Ну все тогда, возвращаемся. Возвращаемся, и я хотел зайти в Либрерариум. Монстрариум, как он вообще называется? Монстаграм, ну пусть будет Монстаграм. Редкость легендарная, стихия вода. Это, наверное, самая многочисленная стихия. Вот наш водяной. Давайте про него прочитаем. Так, ну у него статы все хорошие, но силу я бы оценил все-таки хуже, чем хорошо. Так, на пятерку с минусом. Так, это грозное существо живет на дне заболоченного пруда в самой чаще леса. Жители близлежащих деревень приносят ему в жертву еду, чтобы его умилостивить. Так, и если подношение ему не нравится, он утаскивает под воду чудище природы, а то и парочку, делая их своими рабами. Не понял, что они тут написали? Какое чудище природы? Он должен на людей утаскивать под воду. Так, уйди с моего болота, вот так называется его суперка, наносит всем врагам сильный урон стихии воды, может заморозить. Ну, мы знаем, что шанс у нас 10%. Так что погнали его качать. Рунки, 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 давайте его экипируем. Одну рунку хотя бы какую-то на скорость, там четверочку поставить. Четверочка. Ну и погнали. Так, вот наша жабка подросла. Решение судженец. Я думал, просто судженец. Ну, прям тут судженец. С параличом, кстати, не такой уж плохой удар. Но он слабый просто. Предостережение Лады. Охота и побога. Ну так оно так и звучит, да. И побог хант. Молитва какая-то там. Велес, Перун, Паревит и Заря. Вот, Велес. Берем. Одержимость. Ну, на одного всего лишь, к сожалению, ребята. Такое нам не надо. Паревит. Нужен нам такой удар. Это, подожди, дело Паревита, да, все правильно. Так, теперь Перун и Заря. Перун, вот вам, прошу. Сила Перуна. Damage Boost для всей команды. И остался хил для всей команды. Вот Зари, смотрите, вот как шикарно мы с вами все прокачали. Я тут наловчился уже двумя пальцами дерибанить по одной кнопке мышки. Получается довольно неплохо. Так, а теперь же, где мы его будем обкатывать, так сказать? Посмотрим, что у меня есть. У меня есть еще невыполненная вот эта вот штукенция. Но здесь у нас не проходит жаба. Вот здесь можно. Здесь как раз есть вода, зелень и... мрак. Тьма. Так, меняем. Берем нашу лягушку.
Водяной я, водяной, поговорил бы кто со мной. Так, теперь нам нужна зелень. Зелень, у нас есть прекрасный грибочек. И здесь у нас есть прекрасный Харусами. Так, властелин природы, конечно же. Офигеть, ни по одному не попал. Вы это видели такое? А ну давай муку эту хотя бы. А, они все неуязвимы к одержимости. Так, парализуй, пожалуйста, их всех. Это прикол был, короче, ребята. Так, теперь. Одержимость им по боку, я понял. Отнимает 100% энергии. Давай у нее заберем. Потому что она штука опасная. Так, наносит... давайте сейчас усилим... У нас отрицательных эффектов нет. Сила Перуна. То есть мы еще проатакуем и даем еще буст 50% Харусами. А Харусами сейчас его должен порвать как тузик тряпку. Так, это слишком хороший удар для него. Вот так. Даже массовый удар. Супер. Муха. Суперка от мухи. Нас тут затоксичили. А грибочек тебя съест. Нет, не съест. И тут одержимость. Блин, ну, нету нормального удара. Так, а мы все-таки тестируем же жабу. Давай, регенерации всем. Хотя она не пригодилась. А хотя ничего, пригодилась. Соврал я. Ну, хорошо получилось. Классно. Мне понравилось. Водяной вполне себе годный. Сейчас сменим нашу команду. Псилотуса, допустим, заменим. Ну, там было вообще не фарт. То есть все неуязвимы к одержимости. Это было, короче, адский трэш. Давай теперь вот так. Так, Барбатос. Давай вот так вот. Слепота в 7. Кого-то можно запарализовать. И темное снимает с противника все положительные эффекты. Уязвимость к мраку пойдет. У нас там есть представитель мрака в команде. Ну давай, чем-то их всех, пожалуйста, так очень больно сделаем всем. Блин, черт, она не может как-то массово проатаковать. А, одержимость не сработает же, черт. Ладно. У нас есть водяной. Так, регенерация нам не надо. Усиление урона пока что не надо. Нам бы кого-то одержать. Кто там следующий? Давай тебя. Отлично. Парализовал. Вот так. Ответный удар. Так, кто там будет атаковать? Давай вот так. У нас у всех монстров есть удары с одержимостью. Прикольно получилось. Всем регенерация. Ну, жаль, что нету сразу мгновенной лечилки, а потом еще дополнительной регенерации.
Чё энергию от нас высосали. Давай отомсти за нас. Я найду тебя! Давайте, запарализуем. Чао! Эгг-Итер с нами попрощался. Не больно, было не больно. Давай снова одержимость. С увеличением урона. И тебе давай одержимость. Добиваем. Ну и давай, уничтожь себя сам. Правда, силей не хватит. Паралич. Так, ну что там водяной? Что у тебя там такого интересного осталось? Регенерацию мы уже использовали. Давай усилим союзника. Ха, прикольно. Так, ну и добивай. Добивай. Нечем добивать. Придется водяному добивать. Ну и отлично. На этом мы, ребятки, походу и закончим нашу серийку. В общем-то, монстр себе вполне себе годный. Ничего сверхъестественного, но вполне, вполне себе хорош, как саппорт для команды. И хиляет, и усиляет. Так что... Ставим пальчик вверх под этим видео, не забываем подписываться на канал, приглашать друзей. С вами был Александр, до скорых встреч!